Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации Люберец. Начальники управления представили Владимиру Ружицкому отчеты о проделанной работе. Подробности смотрите в нашем сюжете. За минувшую неделю в полицию от люберчан поступило 1950 обращений. Сотрудники правопорядка возбудили 28 уголовных дел, и 21 из них раскрыли по горячим следам. Хочу обратиться ко всем, Владимир Петрович, мы входим сейчас в фазу предпраздничных и праздничных мероприятий. Это связано с Вербным воскресеньем, праздником труда, праздником 9 мая. То есть личный состав межмуниципального управления будет работать в усиленном варианте. Особое внимание уделили вывозу мусора из дворов. С 12 по 18 апреля подрядные организации использовали 188 единиц специальной техники и задействовали 1400 человек. Берите дополнительные автомобили, это надо вывозить, потому что поступает много жалоб. За прошедшую неделю в Люберцах дорожники устранили 932 ямы. Начались работы по летнему содержанию округа. Айташ Чирагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.